Дорогой Владыка, мы так рады, что вы опять смогли приехать к нам вашим архипастырским визитом и молиться о нас грешных. Мы вас очень благодарим и очень рады видеть нас, вас в нашем приходе. Поздравляю всех. Всем сокрушусь, Владыка Кадилу. Человек любит.
Thank you.
Яко да просветится свет Твой пред человеке, яко да видит добрые дела Твоя, и прославлено тело наше, и жизнь на небесе, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Душа Его, Бог, благодарится и сеньи на всю землю,
молиться сегодня мои, призви меня и помилуй меня, призви на вас, не ищу песни мал, скорби сердце на его умножится, поэтому извините меня, вижу смирение мое, и твой мать, и оставь завиту моя, вижу спроти меня, и я помолвшись, и не наведение не правильно, и не навижу меня, все хранитесь мои, и избавляйся, и спросите я Богу, полотно там, и злоби мне, и правильно, и прям в земле, я буду терпеть, я буду избавить Божий Израиль, все скорбите его, помилуй Боже, помилуйте меня, все твои помощи, дробные тучисты, не заходите мне, и ваше, а у меня беззаконие моего, я не помилую, очистите меня, я бы беззаконие мое, а вы знаете, где вы занимаетесь сына, и верите, но согрешите, но право, ты с тобой, я бы дал разрешить сына, святой все твои, и победишь, и не дать убить детей, все вы беззаконие, зачем весит, его без сердца, жена, мать моя, все вы истинно возлюбились, безвестные, не знаю, я живу, без сердца, я не о пропиши мне и стопы не чищуся, помоешь мне хаши, смерть, уберемся слуху, мы уже старался на себя, безрадуйся, после слияния. Вот в этой лице этой крепной, и все бежавой мои очисти, сердце чисто, сердце, что у них в коже, идут прав, от него уйдут мои, не отвержи меня от лица твоего, идут от твоего сердца, но не отвергнет меня, воздашь мне радость, спасение твоего, и помоешь мне, прибереги меня, научи мне закон, мне, что все твои чистили, к тебе обращаться, избавь меня от правей, Божий, Божий, спасение моего, возрадуйте из этого правды твоей, Господи, все мои отверженные идут самое Господь, самое Господь. И окращу вас от вас, и жертву того, кто вас сестан, жертву не позволяющий, жертву Богу, сокрушая сердце, сокрушая смиренно Богу, не мечты. Блажи Господи, благоволение для Сиона, и да созвинутся с кем не усунете, когда благоволишь и жертву, правду в отношении, и слышать дамы, и дамы, и дамы, и дамы, и слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и Песню, и Дамы, и Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Есть благоверные люди, светло праздные. Посиняйте твоим, подумайте, пришествие. Пришествие, чистым образом, умей над поболем. Укрыли нас честным твоим покровом, и избави нас от всех добра. Молящий Сын, Святой Христа Бога нашего, спаси Духа нашего. Семейные близкие во веки Духа Вин. Богородица, Песня Воззаистина, возвращающая нам Божьего дар. И молится, молится, Владычица, со святыми апостолами, помилуйте, Песня наша, Господь Бог, благослови, благослови, Господь Бедне, воспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог, спасайте, среди Божьих святых, Песня бессмертного нас, среди Божьих святых, Песня бессмертного нас, среди Божьих святых, Песня бессмертного нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Бедне, Песня во веки Духа Вин. Дай Твою вину на Господь, я чистим их и нас, Боже, спасим беззаконие наше, святые и святые, и соединяющие нас на Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и имей Христа, и имей Христа, Отче наш, и живи себе, и все, и дети, и не все, и не оставьте Твоего, и Боже, и не все, и не все, и 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 Бог мой, царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно и веки веков. Аминь. Дева Девица и Союзник, Царевец, есть Слиги Святых Невидимо, за ним молится Богу, ангели Суаркея поклоняются, апостоли, когда Суаркея послует, на дворах Бога, Богородица, Перечная, Дробуга, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Yeah.
Божий, хочет себе жить, любовь, если не имеете народа, и все жить, 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 и все Души Божьи молитвы, если молитвы Его, возьмите Его слышимям, Господи, печали моей, собравшая, и отступки от служения грех и чар, я поклонишь мою беззаконие, и поглубили врача в огне, сердце мое святей, сравнение боязнь, смерть, нападя на мят, страх и дверь, примите меня, как привет мам, и это раз не прилежит, но и не прищит почему, все вдали себе, горел от болезни в пустыне, я и Бога спасающий, меня в том молодцу, и от буре, вот эти гости я раздели, я защитил тебя в мире беззаконии, перехожу по праве, днем и ночью я принял, и если нам его и беззаконие, то посреди его и неправда, и не осудят столько твоих прелест, я врач бы правду на себе не потерпел бы бывать, и аще бы ненавидеть, на меня бы не весил, улыбся от него, а ты же человечек на душе, лады другой, и знай не мой, еще купить, пожалуйста, с ним и брашу, да вы Боже, ты не нужны, да прежде смерть на ней, да с ним пожили, я полукался, вечер зовут, и кому не порядке, за две щурки не слышит глаз мой, избавит миром душу мою от веды, играющихся мне, я же могу на тебя поцелую, услышав опыт мне, и на свете везде, есть твои изменения, я боящий Бога, просто веру последовательно, если ты пишешь для него, разделишься от моего лица его, и ты ближешься с сердца, и я прошу свой совет, ваши идеи, и нас устрелы, возвестие на Господа, печаль твою, и твой тебя привлекает, не даст нет, могут править эти души Божьи, не зрешие в семье зрения. Боже, кровей, и скинь, и товарищи, а не Господи, уповай на тебя. Живи помощи Вышнего, кроме его предвестного говорится, речь от Господи, без заступник моей сей, прибежище моей Бога, и уповай на него. Я готовлю избавить тебя от всей злобки и от своей семи тежа, и шмазная мясь не тебя, и по крыле мы надеешься, оружие мы не тебе, и мы не боишься, страх начинает расслабиться. Thank you.
Все наши слышали, даже на месте, оставили нам долги на следующий день, заглянули нашим, и не веди на свои искушения, но избави нас от Бога. Дамы Твои, Царь Своей силы и славы, Отца и Сына и Святого Духа, и Христа, и Христа, и Христа, и Христа, и Христа, и святые святых невидимо за ним молятся Богу. Ангельцу от Кирии поклоняются апостолы, что природе восходят. Над братьем молит Богородица и вечно за Бога. Господи, помилуй, 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 Погради на святыми твоими ангелы для обучения, соблюдаем, оставляем, достигнем соединения веры и в разные присутствия твоя слава, я буду принести во веки веком. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, Отцу и Святому Духу, и не единство веки, аминь. Честнейшую и природину, славнейшую вечерную святую, без изменения Бога Слова Рочу, слушаю Бога Рочу, величай, и мы, Господи, Господи, благослови. Молитвы сюда, Владыка нашего, Господи Иисус Христа, Боже наш. Аминь. Боже, Господи, сил всем, Боже, сердечный, Господи, Сына, Сердечный, Господи, Плавный, Милосердей, Народный, Господи, Боже, Сына нашей, Иисуса Христа, и спасла нас спасение, Рода нашего, и честнее во всех том, Господи, Писание, грех наш, Сына, и Сына, и Сына, и Сына, и Сына, и Сам владеющий и нас вечно благодарствующая и молебной молитвы, и избавь нас от тяжких грехов, на день мрачных прегрешения, и все злобите нас, ищущих, видимых и невидимых прав, преврати страх и любовь наша, и не уклонись мне в страх. Молитвы сотворите, Господи, Сотворите, Владыка благослови, помолите нас, Господи, Господи, помилуй, Господи, я всем воинствую, я всем верую, и Бога чистую.
я по Отечеству России служи, и спасти Господу помолимся. Господи, помилуй. О, Еже, избавите меня своя, отбавите меня, имейте Бога, нашу, отведите, зеленые с неба, Тебе прибавь честие, Господу помолимся. Господи, помилуй. Ради всем, самым праздник, стране, вероучили, Господу помолимся. Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающим, путешествующим, недумающим, страшущим, бедненных и спасенных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякой скорби, бедненной нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй.
Thank you.
Thank you.
Slow.
την άγγελαν τάρτη, η κεφέτη στην αυτή, η ηθίκηψη διδεξιά σου. Of which we cannot speak now in detail,
Now when these things had been thus ordered, the priests always went into the first part of the tabernacle, accomplishing the service of God. But into the second part, the high priest went alone once every year, not without blood, which he offered for his own and the people's ignorance. Gratia, имеешь первое скиния оправдания службы, святое жертвенское, скиния Бога сооружена быть первое, ниже светильник и трапеза, и предложение хлеба, я же глаголица святая, повторяю это весь и скиния глаголь моя, святая святых, злату и мучшую кадильницу и ковчег завета окованцую златом, нем же стамна злата и мучшая ману, и жертв орлонов, грозявший и скрижали завета, превыше же его херувими славы, осеняющие алтарь, о них же нет ныне глаголите подробно, им же тако устроены, первую обескинью вину в хождаху священницы, службы совершающие, во вторую же, единую в лето, единогири, не без крови, люди приносят за себя и о людских невежествиях. И дух Христовому, Аллилуйя, глас от ней, слышит в черве, где преклони ухо твое. Martha, thou art troubled and careful about many things, but
one thing is needful, and Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sown. But he said, yea, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. И повсюду.
Отче, молимся Господу Богу нашему, и услышь глас молей нашего, и молитвы помиловать и рабов твоих, Господина нашего, Высокопреосвященничего, митропита Иларионова, настоящего храма сего, Всечеславля, протерей Игион, протерей Георгия, Всечеславля, протерей Георгия, Всечеславля, Иерея Андрея, Витерская храма сего Сергия, начальник отбора и подзявана Витера, старшую сестру Анну, всех сердцах святого храма сего, прислужника, Питера, поющих и всех предстоящих, молящихся при Господе храма сего, значит, щедрот твои, и исполнится прошений. Архимандрита Романа, 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 благодать щедрот твоими, и исполнится прошений, и простите лица сокрушения, вольно и невольно, благоприятно же пред всего вами, Господь, Его, и покрыть Его крак видимым и невидимым, от всякой напасти, да и скоро, и дух избавите, подать и здравие заблудецам, процентам всего, Господи, услыши и помилуй. Дружающихся поющих и настоящих людях, Божья тебе, великия и богатия, милости. Господи, помилуй, Господи, Thank you.
Господи,
прощения за виновные и прегрешения наши у Господа просим. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, душа наша, и мира мирой у Господа просим. Очень душа на нашей мире покаяние скачать у Господа просим. Ответа на страшном судьи слове просим. Мы святую, мы чистую, преблагословенную, славу и владычество нашего Братица и Святого Мария, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга верившего наш Христу Богу, это Святое возрушение в мире.
Thank you.
Spirit, let us pray.
Thank you.
Thank you.
Страхом Божиим и верою приступите. Thank you.
Твоям, и благослови Твоя Твоя. Но прежде этого они
будучи язичниками, часто частенько нападали на город, богатый город. И войны и моряки Византийской империи всячески старались оберегать город. Из этого города в последнее время получили через святой Ирину Ольги, святого Владимира, нашу святую православную веру. Но в 9 веке одна из таких нападений на город очень взволновала людей, они молились в храме, который называется Лакенским. Здесь были святой источник. Здесь в этом храме находились Божьей Матери Елизы и пояс. Это великие святыни. Поэтому народ молился от опасности, которая окружала этот город. И они настолько сильно молились Божьей Матери, которая всегда ограждала город, что она сама явилась, не всем людям, но и родине, Андрею и его ученику Епифану, они видели, как Божья Матерь растеряла свой амофор, знак благословения народу, как знак ограждения. И действительно, по ее молитвами город спасся, и вражеская армада должна была удалиться. Вот мы также, дорогие братья и сестры, вспоминаем, как часто мы обращаемся к первой Господу Богу за Его защиту, за Его помощь. И после Него мы также обращаемся к Его Пречистой Матери, которая является верной помощницей, защитницей, на доброе, сострадательное, потому что в своей жизни настолько пережила и видела, как Божественный Сын был распят на кресте, и все те трудности, через которые Он прошел эти дни страдания за наше спасение. И поэтому она является верной и крепкой защитницей всех нас. Поэтому всегда мы после Господа Бога, когда, кажется, нет ниоткуда помощи, мы должны быть уверены, что в молитве по Господу и просьбе Божьей Матери, чтобы она заступила за нас перед ее Божественным Сыном, мы должны быть уверены, что мы получим то, что угодно нам, которое необходимо для нас, для нашего спасения. Поэтому мы сегодня радуемся, мы сегодня благодарим ее, Божью Матери, за ее заступничество и вспоминаем те многие случаи, когда она как и в Константинополе, так и на родине, и как здесь, в нашей жизни ежедневно, она помогает нам, укрепляет нас и приносит то утешение, тот мир на душе, который необходим для всех нас. Еще раз поздравляю вас, дорогие братья и сестры. Господь да, всегда благословит вас и да укрепляет вас в христианской жизни, чтобы мы все старались всегда жить по-Божьему, всегда старались избегать грехов и каялись в наших грехах, когда мы забываем себя и
делаем что-то не по, не по заповедям, не по христианской жизни, будем всегда каяться и обращаться к Богу и к Божьей Матери. И таким образом мы будем жить христианской жизнью, жизнью по Божьему. Да поможет всем нам и да хранит Господь нас благодатью Своей. Аминь. Благословение Господне на вас, Богу, благодати, человек любит, всегда ли не писано, но и сестрам, сестрам, мама всего.
Войдущим благотворителям, благокрасителям Святого Храма Сего, учащим, всем прибожествам Храма Сего и всем тем присоединяющим молящихся, подашь, Господи, веры, тишину, любовь и утверждение и во всем благое воскрешение и сохрани на многое лето. Thank you.